Здравствуйте, друзья! С вами снова канал The Man Rest. Сегодня я пришел в поле. Хочу побить свой собственный рекорд. Дальнобойный снайпинг. Вот стрелять буду в такую вот мишень. Примерно метр на метр. Стрелять планирую с винтовки PCP. Она же воздушка, Diana Skyhawk, калибр 4.5, пули хендвернотором и билидривер. С начальной скоростью 233-235 метров за секунду. И расстояние примерно планирую около 800 метров. Ну, посмотрим, сколько выйдет. Вот, примерно вот где-то там будет моя огневая позиция. На таком расстоянии померить не могу, поэтому буду мерять вот возле деревьев идет дорога до дерева, которое выступает, и потом померяю уже с огневой позиции до дерева, и в сумме получим примерную дистанцию к этой мишени. Это дерево, оно будет первой, самой высшей стороны, 266 метров, 263, 259, 263, ну, примерно 263 метра. И потом вот в огневой позиции померим, додадим и получим расстояние к цели. Хорошо, я поднимаюсь. Что ж, друзья, продолжим. Это моя винтовочка Diana Skyhawk, калибр 4.5. Вот такими пулями собираюсь стрелять. Установил дополнительный прицел, наклон примерно 19 градусов, это выходит 502 смо. Стрелять планирую вот туда. Вот наша мишенька. Мерить собираюсь к этому дереву. Мы мерили к нему. От мишени было 263 метра. Вот оно, самое высокое. Там метров 100 от мишени мой напарник стоит. Значит, мы получили 263 метра вот этим дальномером. От мишени к дереву. Теперь меряем от огневой позиции. Парник, мишенька и вот это дерево. Пятьсот пятнадцать метров. Значит, что мы имеем? 515 плюс 263 это 778. Ну и примерно 20-25 метров толщина самого дерева. Оно довольно таки большое. И ну что ж, друзья, выстрел на 800 метров. Кажешь, куда стреляешь? Стреляю. Пошла. Ну, поки что не бачу. Давай далее. Стреляю.
Беру трохи вище. Пробуй. Перед тим, як будеш стріляти, кажи. Стріляю. Не видно, недоліт або перельот. Я вже вистрілив, немає нічого. Немає. А вітер у вас є чи ні? Ти кажи переважно. Там вітер є? Там вітер є? Є, є, досить такий поривчастий. Бо тут майже нема. Ну а тут є. Значить, кулю зносить по дорозі. Давай ще раз. Стріляю. Я не розумію. Даю ще вище. Давай. Є, пішла. Нема? Стріляю. Пішла. О, класно. Кажи, коли стріляєш. Пішла. О, класно. Я по-перше чув її, по-друге, я бачив її. Стріляю. Что ж, вот такая вот сегодня у нас была стрельба. Сказать о результате что-то трудное. Было несколько выстрелов, которые казались, подняли немножко пыль сзади от мишени. Сейчас я поеду вниз, посмотрю. Вот наша мишенька, вот мой друг уже смотрит. Посмотрю, как там результат. Посмотрим, что мы настреляли. Что ж, друзья, вот наша мишень. На видео, думаю, будет видно само попадание. Вот, один раз удалось поразить мишень, расстояние 800 метров. По видео вы, наверное, видели, что был очень-очень сильный ветер. Он сейчас есть, только сейчас после стрельбы он уже немножко стих. Когда я вводил поправки выше, ниже, там, против ветра левее, я даже видел одно попадание вот возле тех кустов, практически возле травы.
Я тогда был взял очень высоко, когда пристреливался. От мишени до кустов 202 метра. Значит, если от этой мишени до нашей огневой позиции против солнца плохо снимать, вот оттуда 800 метров. Значит, одна пуля, когда я взял, был слишком высоко, пролетела ровно километр. Вот возле этих кустов, возле травы упала. Если понравилось видео, ставим лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, пишите комментарии. До новых встреч!